есть один городок, ставший филиалом ада на земле. Успокойся, милый, это всего лишь сон. Они зовут меня. А меня зовут Александр Коновалов, и накануне Хэллоуина я приглашаю вас в Silent Hill, город страхов и ужасов. Тем, кто там уже побывал, наше снова добро пожаловать, ведь проект Silent Hill 2 является продолжением легендарного фильма ужасов 2006 года. Добро пожаловать в Silent Hill. Катись в ад! Мы уже здесь. Silent Hill 2. Когда по всему миру прокатилась волна успеха фильма Silent Hill в кинопрокате, режиссер первой картины Кристоф Ганс незамедлительно сообщил, что сиквелу безусловно быть. Правда, в качестве режиссера, а заодно и сценариста, пригласили Майкла Бассетта, известного общественности по фильмам «Соломон Кейн» и «Дикость». Подбирая материал для сиквела, Бассетт взял за основу сценария сюжет третьей части популярной компьютерной игры Silent Hill. Здесь была позаимствована главная сюжетная нить, согласно которой все крутится вокруг истории 18-летней девушки Хизер Мейс, ищущий своего отца. Что касается прочих деталей, то режиссер и сценарист в одном лице пообещал появление на экране немало новых монстров, интересных персонажей и впечатляющих своей мрачностью локаций. Дата мировой премьеры фильма, а также дата выхода фильма в России назначена на 25 октября. Первый фильм вел повествование о безутешной матери, которой выпало искать родную дочь в заброшенном городе, наполненном мрачными призраками прошлого. О новом проекте Silent Hill 2 чаще говорят, что он собирается взять не головокружительным сюжетом или актерским мастерством, а визуальными эффектами и впечатляющей графикой. На них-то и ушла львиная доля бюджета. Режиссером и сценаристом сиквела стал Майкл Бассетт, которому ставят в упрек слабый актерский состав, главным образом на ключевых ролях. Так, в проект пригласили совсем юную актрису Аделаиду Клеменс и актера Кита Харрингтона, ранее известного лишь по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов». Поддержать, по мнению критиков, невнятную игру Аделаиды должны были сильные актерские работы второго плана. В сиквеле появится Шон Бин в качестве отца главной героини, а также звезда «Матрицы» Кэрри Энн Мосс и культовый Малкольм Макдауэлл, исполняющий роли членов Ордена. Режиссер пообещал зрителям более продуманных персонажей, причем как уже известных монстров из мира Silent Hill, так и новых пугающих чудовищ. По словам Майкла Бассетта, главной задачей участников проекта стало создание фильма, который сохранил бы все лучшее из первой части и самые интересные нюансы из игры. Игра Silent Hill – лакомый кусочек для любого серьезно настроенного режиссера. Остается только наполнить этот завораживающий своей мрачностью мир достойными персонажами, собрать команду профессионалов, и все живет на экране само собой. В 2009 году Масахиро Ито, который в качестве художника участвовал в разработке нескольких частей игры Silent Hill, был приглашен в сиквел для создания монстров одного из измерений Silent Hill. Но японский художник отказался в силу обязательств по другому проекту. Роль Хизер Мейсон могла исполнить 17-летняя Сирша Ронан, снявшаяся в таких фильмах, как «Искупление», «Милые кости», «Хана. Совершенное оружие» и другие. Сценарист первого Silent Hill Роджер Эвери в 2009 году был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, повлекшим за собой смерть человека. Среди кинокритиков и искушенных зрителей бытует мнение, что успешным компьютерным играм крайне не везет в плане экранизации. То не та команда берется за проект, то не с той стороны подходит к реализации, казалось бы, успешной идеи. В общем, надо спрашивать. Отличный фильм. Он очень хороший. Мне очень понравился. Неплохой. Да, классный. Понравился. А у нас хэппи-энд. С вами был Александр Коновалов. Увидимся в кинотеатрах. Кстати, в записи одного из саундтреков для Silent Hill 2 принял участие цимбальный оркестр Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки из Белоруссии. Игра Silent Hill – лакомый кусочек для любого серьезно настроенного режиссера. Собрать команду профессионалов и вперед, на экране оживет все само собой. За кстати. Кстати... Вау, вот это потягушки.
А меня зовут Александр Коновалов, и накануне Хэллоуина я хочу пригласить вас в Silent Hill.